Доброе утро! Добро пожаловать на онлайн-собрание Церкви Хиллсон. Мы рады вам, если вы первый раз подключились к нему или смотрите его. Очень надеемся, что оно вам понравится и будет благословением, и просто ободрит вас доверять Богу свою жизнь. И спасибо всей Церкви за то, что вы делитесь вашими свидетельствами того, что делает Бог в вашей жизни. Вы пишете свои благодарности Богу, потому что на самом деле это ободрение для всей Церкви. Поэтому те вещи, которые вы можете сейчас прочитать на экране, написали реальные люди, которые благодарны Богу. И я верю, что благодарность — это также часть нашей молитвы, когда мы молимся Богу о наших нуждах. И сейчас вы также можете увидеть на экране некоторые молитвы, некоторые нужды, которые люди писали в социальных сетях или через сайт. И давайте объединимся все вместе, чтобы молиться о них, но молиться не только о нуждах, молиться о людях, которые написали эти нужды или эти молитвы. И давайте будем молиться всей Церковью прямо сейчас. Потому что мы смотрим онлайн-собрание, но мы можем не только смотреть, мы можем как-то участвовать и, например, молиться вместе. Поэтому я хочу ободрить. Давайте молиться сейчас все вместе. Дорогой Отец Небесный, мы приходим к Тебе, и мы благодарны, Бог, за то, что Ты делаешь в нашей жизни. Мы благодарны Тебе за благодать, за Твою милость в нашей жизни, за те благословения, которые были. Но, Господь, мы также, у каждого из нас есть нужды, есть реальная жизнь и какие-то вещи, с которыми мы сталкиваемся, и, возможно, какая-то несправедливость в жизни. Возможно, кто-то молится сегодня об исцелении от коронавируса, может быть, кто-то молится сегодня об исцелении от каких-то болезней, которые неизлечимы, и это то, что вам сказали доктора, но мы провозглашаем сегодня спасение. Мы провозглашаем сегодня исцеление. Мы провозглашаем сегодня здоровье во имя Иисуса Христа. Господь, мы провозглашаем успех и Твою защиту в контексте наших работ, в контексте наших семей, в контексте наших взаимоотношений во имя Иисуса Христа. Аминь. И мы будем сейчас все вместе поклоняться. Я хочу сказать еще раз. Поклонение и вот это время поклонения – это не время, когда мы просто слушаем классные песни, которые поет команда, но это время, когда мы можем все вместе поклоняться и участвовать в этом. Поэтому я хотел бы ободрить. Давайте все вместе участвовать в поклонении. И давайте петь вместе с командой. Пред тобой мой Бог стою. Честным быть с тобой хочу. Прихожу разбитым я, духом обнови меня. Стою и снова падаю, бьюсь, чувствую твою. И когда я снова согрешал, я твой, ты мне напоминал. Ты своей любви надежду дал. Лишь милость всех судов превыше, любовь, что безгранична, грех покрыла мой. Божья ведет нас к покаянию, и твое сердце, Бог, твое сердце, Бог, все, чего душу.
всю Иисусу подчиняю, отдаю я все Ему, доверять не перестану, каждый день я с Ним живу. Наших жизнях,
наших сердцах. Да будет твоя воля, Иисус. Да будет свет, слепым ты откроешь глаза. Огнем своим очистишь сердца. Иисус, ты в нас живи, свою волю нам яви. Если вы записываете название проповеди, можете написать «Ничего». Моя проповедь сегодня называется «Ничего». Бывало ли у тебя так, что в жизни ничего не изменяется? Ничего не происходит какое-то продолжительное время? Возможно, ты верил, ты ожидал, ты надеялся, но ничего не получается, ничего не получается изменить. Когда ты пробовал все, что только можно, но все равно ничего не получается. И я думаю, все мы иногда чувствуем, когда у нас ничего нет, ничего не получается, и мы чувствуем, что мы сами как будто никто в этом большом мире. И если честно, я много раз чувствовал себя именно таким образом. Когда мы приехали с Аней в Москву, у нас буквально ничего не было. Когда мы уже год находились и служили Богу в Москве, нам казалось, что у нас ничего не получается. Много раз я чувствовал это в контексте служения Богу. У меня ничего не получается. У меня ничего не получается изменить. Смотря иногда на других людей, так легко подумать о том, что у нас ничего нет. И в такие моменты я научился чему-то и хочу ободрить сегодня каждого, кто чувствует в какой-то сфере жизни сегодня, как будто ничего не изменяется, ничего не происходит, ничего не двигается. Ты знаешь, обрати свой взор на Христа. Переведи свой взор с этих обстоятельств, с этого ничего на Бога, потому что мы дети Бога, который создал весь мир из ничего. Мне нравится, что в Библии говорится, что Бог создал человека, мужчину, из праха, из пыли. Хотя где взялась пыль, когда не было людей? Из праха, из какой-то грязи Бог сделал мужчину. А потом он взял ребро и подумай, что ты мог бы сделать с ребром? Ну что ты можешь сделать с ребром? Но Бог взял ребро и сотворил просто самую невероятную инновацию в этом мире. Он создал самое прекрасное творение – женщину. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 5 стих. Иисус говорит: «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Я хочу еще раз сказать, иногда каждому из нас нужно перевести свой взор на Христа, посмотреть на Него, перевести свой фокус с обстоятельств, которые, возможно, нас угнетают, оставить все и просто слышать Божье Слово. Возможно, открыть Библию или, когда ты слушаешь проповедь, просто задаться вопросом: «Бог, что ты хочешь мне сказать?» Потому что для Бога нет ничего невозможного, написано в Евангелии от Луки, 1 главе, 37 стихе. Бога не пугает, когда мы приходим к Нему ни с чем. Когда мы приходим к Нему со своими поражениями или какой-то разрухой. И, может быть, ты скажешь: «От моего бизнеса или дела, которым я занимался, ничего не осталось». Может быть, кто-то скажет сегодня: от этих взаимоотношений или от моего брака ничего не осталось, ничего не вышло, ничего не изменилось, и я так много сделал попыток, но ничего не изменилось. Мы сделали все, но какие-то вещи просто не изменяются. Мы сделали все, что мы можем, но врачи не помогли и не сделали ничего. Иова, 26 глава, 7 стих, мне нравится, что говорится здесь. Говорится о Боге, что Он распростер север над пустотою и повесил землю ни на чем. Подумай об этом. Бог повесил нашу планету ни на чем. Я не могу этого сделать. Я не могу повесить что-то ни на чем. Я не могу повесить что-то в воздухе. Но Бог повесил всю нашу планету
ни на чем, и Он создал всю вселенную из ничего, и Он создал человека из праха, и Он создал женщину из ребра мужчины. Поэтому наш Бог может все, и для Него нет ничего невозможного. Аминь. Мы можем найти множество примеров в Библии, когда Бог использовал ничего незначащее для других людей, для того, чтобы сделать чудо, для того, чтобы превратить это в жизнь, для того, чтобы превратить это в благословение и в победу. И я выучил для себя несколько уроков, когда ничего – это еще не конец, это не повод сдаться, это не повод просто все оставить, закрыть и уйти. Бог рядом, Бог любит тебя, Он за тебя, и для Него нет ничего невозможного. Я хотел бы сегодня сказать несколько историй, истории, которые, наверное, большинство из нас мы слышали или читали в Библии. Но я хотел бы еще раз привести эти истории в контексте, когда ничего не изменяется, или ничего не происходит, или ничего не двигается. И, возможно, какая-то из этих историй коснется сегодня тебя. И, возможно, какая-то из этих историй нужна сегодня тебе, и Бог к тебе будет лично обращаться через нее. И я не знаю, кому нужна какая история, поэтому я хотел бы прочитать все четыре. Первое. Умножение хлеба и благодарность. Это то, как я записал себе в конспекте. Умножение хлеба и благодарность. Потому что эта история об умножении хлеба, когда Иисус это сделал для тысяч людей, она учит лично меня о благодарности. Грешная человеческая природа легко обесценивает все. Даже хорошие вещи мы обесцениваем со временем и перестаем быть благодарными. И нам кажется, что у нас ничего нет. Например, ты купил новую машину, и ты рад, но потом у твоего друга появилась гораздо лучше машина, и ты думаешь, у меня нет ничего. И когда Бог благословил другого человека, нам иногда кажется, что у нас нет ничего из-за того, что Бог благословил кого-то очень сильно или больше, тебе кажется больше, чем тебя. Матфея 15 глава с 32 по 37 стихи. «Иисус же, призвав учеников своих, сказал им, «Жаль мне народа, что уже 3 дня находится при мне, и нечего им есть». Нечего им есть. «Отпустить же их неевшими не хочу, чтобы не ослабели в дороге». И говорят ему ученики его, «Откуда нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить столько народу?» Говорит им Иисус, «Сколько у вас хлебов?» Они же сказали, 7 и немного рыбок. Тогда велел народу возлечь на землю, и, взяв 7 хлебов и рыбы, воздал благодарение, преломил и дал ученикам своим, а ученики народу и ели все и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин полных. Возможно, ты смотришь или продолжаешь смотреть на этот год, на 2020 год, и у тебя были большие ожидания, большие планы, мечты, конкретные цели, но ты смотришь на этот год, и так много нужд, но так мало ресурсов, и, возможно, ничего не получилось, и, возможно, ничего нет по сравнению с тем, что у тебя было раньше или в прошлом году, я хочу сегодня сказать всей нашей церкви и каждому человеку, который смотрит это собрание, давайте будем благодарными Богу за 2020 год. Может быть, с начала года ты этого не делал, ты хотел посмотреть, как пойдет год, и потом поблагодарить Бога в конце года. Но я хочу сказать, мы сейчас примерно посередине, и давайте начнем благодарить Бога за 2020 год. Возможно, это ничего, которое мы ощущаем в разных сферах жизни. Бог может благословить и приумножить то, что есть у нас сейчас. Филиппийцам 4 глава 6 стих говорится, «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом». Я верю, что когда мы молимся Богу, ключ к тому, чтобы наши молитвы, они были действенными, и они могли изменить действительно обстоятельства, в которых мы находимся, это благодарность в наших молитвах. И, возможно, даже начинать наши молитвы с благодарности Богу за те вещи, которые есть в нашей жизни. Я верю, что такие молитвы, как здесь говорится, в прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, они могут изменить эту засуху в ливень Божьей благодати и благословений, пустоту они могут изменить в полноту, безразличие в любовь, недостаток в избыток. Пусть твое благодарное сердце не останавливается лишь на словах, в каких-то простых словах «спасибо», но переходит дальше в поклонение. Когда ты поклоняешься Богу от всего сердца, независимо от того, что у тебя, возможно, есть сегодня нужда. Или
каких-то сферах снова-таки не происходит ничего. Поклоняйся страстно, поклоняйся от всего сердца. Доверь Богу свой недостаток, доверь Богу свою нужду, доверь Богу свою проблему. За что я благодарен? За что ты благодарен сегодня? За что ты благодарен сегодня? Благодари Бога за обеспечение. Благодари Бога за свою работу. Благодари Бога за свою семью. Благодари Бога за своих детей. Благодари Бога за 2020 год. Аминь. Вторая история. Я написал так. Две лепты и доверие. Я думаю, что некоторые уже понимают, о чем я буду говорить и какая это история. Мы прочитаем ее из Евангелия от Марка, 12 главы, 42 по 44 стихи. «Придя же, одна бедная вдова положила две лепты, что составляет кадрант. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им: истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех, клавших в сокровищницу. Ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое». И ты знаешь, когда я размышлял над этой историей, на протяжении, наверное, всей своей христианской жизни, я постоянно как будто возвращался к этой истории, и сначала мне казалось, что эта история только о бедных людях, или у которых нет ничего, но когда у тебя есть что-то, неужели она также применима к нашей жизни? Но послушай, бедная вдова, она не боялась отдать все, все, что у нее было, чтобы остаться ни с чем. Многие люди сегодня, они боятся, их пугает остаться ни с чем. Или когда ты что-то делаешь, и ты боишься, что у тебя ничего не получится. У бедной вдовы было всего две монеты. И мне кажется, что для нее дело обстояло бы совершенно по-другому, если бы у нее была всего лишь одна монета. Потому что ее выбор был бы отдать или не отдать. Да? Но когда у нее было две монеты, у нее было больше выборов. Она могла отдать все, как она и сделала, или отдать лишь одну и одну оставить себе, потому что она бы боялась остаться ни с чем. И когда я размышлял об этой истории, я подумал: вау, насколько у бедной вдовы было доверие Богу. И я верю, что Бог хочет ободрить каждого из нас, доверять Ему на 100%, а не на 50%, доверяя самим себе. И поэтому бедная вдова учит нас: не нужно бояться, что ничего не останется или ничего не получится. Сделай то, что ты можешь сегодня в контексте работы, в контексте семьи, в контексте служения Богу. Многие люди боятся, что у них ничего не получится, и из-за этого ничего не делают. Мне нравится, что говорится в книге Иова, 3 главе, 25 стихе: «Ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня, и чего я боялся, то и пришло ко мне». Вау! Правда в том, что когда мы чего-то боимся, это может пророчески воплощаться в нашей жизни. Поэтому, когда я говорю о доверии, и когда мы читаем эту историю, я думаю о доверии Богу, полном доверии Богу, потому что когда есть доверие, то нет страха. С другой стороны, когда мы боимся, мы не можем доверять. Когда мы, подумай о математике, когда мы имеем что-то и мы добавляем ноль, ничего не меняется, ничего не происходит. Если ты к 5 добавишь 0, будет 5. Но если ты умножаешь на 0, получается 0. Подумай о своей жизни или каких-то сферах жизни. Например, когда у нас есть какие-то проблемы на работе, и когда мы ничего не делаем и ничего не предпринимаем, потому что мы боимся сделать хуже или мы боимся все потерять, когда мы сегодня ничего не делаем, то ничего и не изменяется. Но когда мы долгое время ничего не делаем, это как умножать на бездействие, умножать на ноль. Знаешь, что выходит в конце? Мы теряем даже то, что у нас было раньше. Мы теряем этот бизнес или работу. Когда мы говорим о каком-то нездоровье в отношениях, в семье, когда люди ничего не делают, ничего не происходит, ничего не изменяется. Но когда люди умножают это бездействие и долгое время ничего не делают, к сожалению, часто они теряют то, что у них было, они теряют семью и теряют взаимоотношения. Когда мы ничего не делаем один раз, мы как будто добавляем ноль. Но когда мы ничего не делаем долгое время, это как умножать на ноль. Поэтому я верю, что Бог хочет сказать каждому из нас: не бойся
сделать ошибку. Не бойся остаться даже ни с чем. Не бойся, что ничего не получится. Сделай то, что ты можешь сегодня. Для меня я выучил такой урок. Лучше ошибиться, нежели не сделать ничего. Лучше сделать ошибку, лучше оступиться. И я верю, что Бог поднимет, Бог поддержит. По крайней мере, из этого мы вынесем какие-то уроки, нежели сидеть и ничего не делать. Евангелие от Луки, 19 глава, 26 стих, говорится: «Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а у неимеющего отнимется и то, что имеет». У кого нет ничего, отнимется и то, что есть. Библия говорит, что у каждого из нас есть хотя бы что-то, за что мы можем быть благодарными, что мы можем использовать сегодня. Кто ничего не делает, тот теряет и то, что у него есть. Поэтому, когда люди боятся, они из-за страха, страх сковывает, и люди не предпринимают никаких решений, люди не делают своих шагов веры, возможно, маленьких шагов веры. Поэтому я хочу сказать сегодня тебе: не бойся. Не бойся, потому что Бог с тобой. Не бойся, потому что Бог за тебя. Иаиля, 3 глава, 10 стих. «Слабый пусть скажет: я силен». Если ты чувствуешь себя слабым в каких-то вещах, скажи: я силен во Христе. Слепой пусть скажет: я вижу. Бедный пусть скажет: я богат, я благословен, и у меня ничего нет. Но послушай, даже когда у тебя ничего нет, что ты можешь отдать Богу? Ты можешь отдать Богу свое сердце, ты можешь отдать Богу поклонение, ты можешь отдать Богу свое дыхание, которое у тебя в легких, когда ты поешь Ему и поклоняешься Ему от всего сердца. Иногда люди говорят: я ничего уже не могу сделать, я не верю в это. Потому что, когда есть что-то, что связано с ничем, когда ничего не меняется, когда ничего мы не можем сделать своими силами, Бог все равно может. Его не пугает ничего. Когда люди говорят: я ничто, послушай меня внимательно. Возможно, ты так думаешь, или возможно, ты так думал, или знаешь другого человека. Это неправда. Это ложь. Это не истина. Потому что иногда нас обесценивают какие-то люди. Нас может обесценивать дьявол и шептать нам какие-то мысли, но не Бог, потому что для Бога ты все. Бог отдал за тебя самое дорогое, что у него было. Его Сына Иисуса Христа. Бог благословил эту вдову, я верю, не из-за двух монеток, но из-за ее веры и доверия Богу, из-за того, что она не боялась. И у каждого из нас, я верю, есть что-то сегодня, и нам не нужно бояться. Нам нужно делать свои маленькие шаги веры в контексте церкви, в контексте работы, в контексте взаимоотношений или служения. Третья история, которую я хотел бы также упомянуть, это чудесный улов Петра. И я назвал для себя эту мысль «чудесный улов и послушание». Потому что эта история учит меня послушанию Богу. Давайте прочитаем Евангелие от Луки, 5 глава, 5 и 6 стихи. Симон сказал ему в ответ: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали». Ничего не поймали. «Но по слову твоему закину сеть». Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. Мне нравится тот факт, что царь Давид в Ветхом Завете, он был обычным человеком. Он также согрешал в своей жизни, он также ошибался, но он не проиграл ни одного сражения в своей жизни. От Голиафа до завоевания других городов и победы над многотысячными армиями противников, потому что он всегда спрашивал Бога, идти ли ему на битву. А что Бог думает, какая Божья воля? Может быть, Давид ошибался, и это ободрение для всех нас, что самые лучшие люди, на которых мы смотрим, из которых берем пример, они также ошибаются, они также делают ошибки. Но это по поводу готовности слышать Бога. Возможно, слышать обличение Бога, слышать, что Он хочет исправить в нас, или что Бог говорит нам сегодня. И так часто Божья воля для нашей жизни – это в простом послушании. Что Бог говорит мне сегодня? Простое действие – возможно, которое ты делал уже много раз, но Бог говорит: сделай это еще раз. Так же, как пророк Илия говорил своему помощнику: иди посмотри на небо еще раз. Он говорит: ничего нет на небе, ни одной тучки. Иди посмотри еще раз, иди посмотри еще раз. И, возможно, Бог говорит кому-то сегодня это же. Бог говорит нам,
когда мы слушаем. Как мы слушаем? Когда, возможно, перед проповедью, перед собранием, неважно в каком формате оно проходит, перед тем, как открыть Библию утром и читать, мы говорим Богу: «Бог, что ты хочешь мне сказать сегодня?» Потому что мы слушаем не просто ушами, но когда мы открываем для Бога свое сердце, когда в своем сердце мы говорим: «Бог, что ты хочешь сказать мне сегодня? Я готов услышать, и я готов это сделать». Возможно, Бог говорит о прощении, потому что тебе нужно перестать обижаться на кого-то, чтобы двигаться дальше и что-то начало изменяться в жизни. Чтобы слышать Божье Слово, нужно открыть свое сердце, не просто слушать ушами. И однажды все, что я услышал, когда я долгое время молился, я взял пост, все, что я услышал от Бога, это одно слово: продолжай. Просто продолжай делать то, что ты делаешь. Продолжай делать с верой то, что ты уже делал. Ты знаешь, что делать. Просто продолжай. Возможно, Бог хочет сказать сегодня тебе: продолжай делать то, что ты делаешь, с верой и ожиданием. Потому что в Евреям 11 главе 1 стихе говорится, что вера – это по поводу наших ожиданий. И я хочу ободрить тебя: не опускай свои ожидания веры к тому опыту, который ты переживаешь сейчас. Наоборот, подними свои ожидания выше своего опыта и продолжай делать то, что ты делаешь. И четвертая история. Неостанавливающееся масло и мышление. Неостанавливающееся масло и мышление. Это история из Ветхого Завета, и я прочитаю ее. Она описана в 4 книге Царств, 4 главе, со 2 по 6 стихи. «И сказал ей Елисей: что мне сделать тебе? Скажи мне, что есть у тебя в доме? Она сказала: нету рабы твоей ничего в доме, кроме сосуда с елеем. И сказал он: пойди попроси себе сосудов на стороне у всех соседей твоих, сосудов порожних набери немало, и пойди запри дверь за собой, за сыновьями твоими, и наливай во все эти сосуды, полное оставляй. И пошла от него, и заперла дверь за собой и за сыновьями своими, и подавали ей, и она наливала. И когда наполнены были сосуды, она сказала сыну своему: подай мне еще сосуд. Он сказал ей: нет более сосудов, и остановилось масло». Возможно, вы когда-то читали эту историю или слышали, и я верю, что Ветхий Завет – это потрясающие истории, которые помогают нам понять, как действует Бог. Это образы для каждого из нас. Это не просто какие-то истории в прошлом, что Бог делал в прошлом, но я верю, это истории, которые учат нас тому, что Бог хочет делать сегодня в нашей жизни. И он сказал ей первую вещь: закрой двери. Закрой двери за собой, чтобы никто не смотрел. И Иисус иногда закрывал двери, когда он шел исцелить человека или даже воскресить человека. Он иногда закрывал двери от негативизма, от насмешек, возможно, других людей, от какого-то сарказма или скептицизма. И, возможно, тебе сегодня нужно закрыть двери в социальных сетях для Инстаграма или Фейсбука на какое-то время, двери новостей или двери каких-то неправильных голосов в твоей жизни. И дальше, когда мы читаем эту историю, здесь две интересных вещи, которые меня чему-то учат. Первое, что у нее закончились сосуды, куда она наливала масло прямо перед тем, как закончилось, вернее, масло перестало литься дальше, когда у нее закончились сосуды. И я верю, что проблема не с маслом, а с тем, что у нее не было больше емкости, у нее не было больше сосудов. И я верю, что у Бога нет проблем с ресурсами, но у него есть иногда проблема с нашим мышлением и с тем, насколько большое наше сердце, чтобы вместить то, что Бог хочет сделать, или то, что Бог сказал нам через Его Слово. Еще раз хочу повторить это. Я верю, у Бога нет проблем с ресурсами, но у Бога есть иногда проблема с нашим ограниченным мышлением или с нашим ограниченным видением, когда оно слишком мало и когда сердце не может вместить больше того, что хочет сделать Бог. Однажды пастор Брайан сказал такую мысль: как изменится мир, если Бог ответит сегодня на твои мечты и на твои молитвы? Как это поможет изменить мир, или как это поможет другим людям, если сегодня Бог ответит на твои мечты и на твои молитвы?
Не стали ли наши молитвы слишком маленькими и сфокусированными лишь только на нас самих или наши мечты? Я верю, что сегодня Бог говорит и хочет сказать это нашей церкви и отдельным людям также. Послушай внимательно. Исаия 54 глава 2 стих. «Распространи место шатра твоего, расширь покровы жилищ твоих, не стесняйся, пусти длиннее верви твои и утверди колья твои». Я верю это по поводу мышления в первую очередь, по поводу того, что в нашем сердце. Не стесняйся, расширь свое мышление, смотри больше, смотри шире, как Бог, который выводил Авраама ночью и показывал ему звезды, посмотри вокруг, посмотри на небо. Вот как я благословлю тебя. И также в этой истории мы видим, что она перестала наливать. Когда она перестала наливать, масло остановилось. Именно в этот момент. Когда она перестала наливать, масло остановилось. И я верю, что мы призваны продолжать быть благословением для других людей, проходя любые сезоны в жизни. Когда то, что Бог вливает в нашу жизнь, те благословения, возможно, которые Он вливает в нашу жизнь, когда мы выливаем их дальше, когда мы продолжаем передавать им другим, когда мы живем ради пользы других. И это опять-таки, это наше мышление, это образ жизни, когда мы живем ради пользы других людей, когда мы, какой бы период в жизни ни был, мы не просто останавливаемся, все, теперь я не могу отдавать ради пользы других людей. Но именно в этот момент масло остановилось. И я верю, что щедрость – это ключ к тому, чтобы масло Божьей благодати и благословений не останавливалось в нашей жизни никогда. Поэтому эта история учит нас не о том, что масло должно остановиться. Она учит меня о том, что масло может не останавливаться, если я не буду переставать лить его дальше, если я не буду переставать быть благословением для других людей с тем, что есть у меня сегодня. И в конце я хочу прочитать еще один стих. Это Марка 10 глава, 27 стих. «Иисус посмотрел на них и сказал, людям это невозможно, но не Богу, потому что все возможно Богу». Послушай, все возможно Богу. И мы прочитали, мы посмотрели на несколько историй, в которых Бог делал невероятные вещи из того, на что люди смотрели как на ничто. Люди ничего особенного в этом не видели, но Бог сделал что-то невероятное. Подумай о пустой гробнице, которую нашли женщины, которую потом увидели ученики, от которой был отвален камень. И там никого не нашли, там ничего не было. И вот эта пустая гробница, в которой ничего не было, стала основанием веры и жизни для каждого из нас. Аминь. Что Бог может сделать с ничего? Бог создал мир из ничего. Для Него нет ничего невозможного. Что Бог может сделать, когда у нас ничего не получается, или когда у нас ничего не происходит, ничего не двигается, ничего не меняется? Я хочу ободрить тебя сегодня. Наполни свою грудь воздухом, вдохни глубоко и начни благодарить Бога, когда ты выдыхаешь. Начни благодарить Бога больше. Начни Бога благодарить за все, что, возможно, не изменяется, ничего не происходит. Начни Бога благодарить за это. Отдай Ему то, что ты можешь, и доверься на 100%. Поступай по Его слову, будь послушным, что бы Бог ни сказал тебе, даже если это что-то простое, наполни свое сердце большими мечтами, наполни свое сердце большим видением и делись своей жизнью с другими, с тем, что приходит в твою жизнь, будь благословением для других. И я верю, что масло не будет останавливаться. Я действительно верю, что Божье желание для нашей жизни и благодать для нашей жизни, для того, чтобы Его масло никогда не останавливалось во имя Иисуса Христа. Аминь. Я хотел бы также задать вопрос. Как твои отношения с Богом? Есть ли у тебя отношения, личные отношения с Богом? Принял ли ты личное решение, осознанное решение впустить Его в свое сердце как Бога и Спасителя? И, возможно, ты веришь в Бога, но в твоих отношениях с Богом как будто ничего не происходит. Ты не слышишь Бога, ты не знаешь, с чего начать, и, возможно, что начать менять в себе или что нужно сделать для того, чтобы прийти к Богу. И я верю, что Евангелие – хорошая новость в том, что мы не можем сделать ничего, чтобы заслужить
то, чтобы Бог вошел в нашу жизнь, чтобы заслужить праведность или святость, кроме того, что мы можем поверить, что Бог нас любит, безусловно, такими, какие мы есть, и что Бог отдал своего Сына Иисуса Христа за наши грехи, за наше прошлое, для того, чтобы искупить нас, для того, чтобы оправдать нас и для того, чтобы дать нам новую жизнь. Ты не можешь сделать ничего, чтобы достичь того уровня святости и праведности, который Бог ожидает от всех людей и о котором говорится в Библии. Но для этого пришел Иисус Христос, для того, чтобы пойти на крест и дать нам новую жизнь, дать нам новый шанс, дать нам возможность прийти к Богу и восстановить свои отношения с Ним. И, возможно, ты хотел бы это сделать сегодня. Возможно, ты хотел бы впустить Бога или открыть свою жизнь для Него. И ты знаешь, ты можешь сделать это просто там, где ты находишься, в простой молитве, когда ты попросишь Его войти в свое сердце как Бога и как Спасителя. И если ты хотел бы это сделать, если ты хотел бы молиться вместе со мной простой молитвой, чтобы впустить Иисуса в свое сердце, давай сделаем это прямо сейчас, прямо во время собрания. И если для тебя комфортно, просто закрой глаза и повторяй за мной слова этой молитвы, но сделай ее своей. Дорогой Отец Небесный, я прихожу к Тебе, и я признаю, что я грешный человек, и мне нужен Спаситель. Я верю, что Божий Сын, Иисус Христос, пошел на крест и умер там за меня. И я верю, что Он воскрес на третий день, чтобы дать мне новую жизнь. Иисус, я провозглашаю Тебя моим Богом и моим Спасителем. Я верю, что я новое творение, и я создан для добрых дел здесь, на земле. Наполни меня Святым Духом, измени мою жизнь и помоги мне быть светом для других людей. Во имя Отца, Сына, Святого Духа. Аминь. Я хочу сказать, если вы молились этой молитвой, мы очень рады за вас, и мы поздравляем вас от церкви Хиллсон. Мы будем рады подарить вам небольшой подарок, который мы подготовили для тех людей, которые принимают решение впустить Иисуса в свою жизнь, которые молятся такой молитвой. На каждом собрании, где-то в какой-то части собрания мы даем людям возможность примириться с Иисусом. И мы называем это молитва покаяния, молитва примирения с Богом, когда мы впускаем Бога в свою жизнь. Но когда это происходит, потом жизнь только начинается. И это не все, и это не просто одна молитва, которая изменила все, но это молитва, с которой начинается новая жизнь, и есть какие-то следующие шаги в жизни с Богом. И мы, как церковь, будем рады помочь вам делать ваши следующие шаги. И мы будем рады поздравить вас, помолиться о вас, подарить вам этот небольшой подарок. И поэтому я хотел бы попросить, если для вас не сложно, оставьте свои контакты на странице нашего собрания или на нашем сайте, и мы будем рады связаться с вами, благословить вас. Церковь, как вам проповедь? Напишите что-то в чате, просто будьте активными в чате. И также я хотела ободрить вас, нас всех, быть частью коннект-группы, потому что церковь — это не просто когда мы смотрим собрание, приходим на собрание или же поклоняемся, но это взаимоотношения, когда мы можем строить близкие взаимоотношения, поддерживать друг друга в сложные периоды, разделять какие-то моменты радости. Поэтому найди свою коннект-группу. И также спасибо вам большое за то, что вы продолжаете сеять и отдавать в такой сезон, который мы сейчас переживаем. И благодаря вам церковь остается сильной. И не просто, знаете, абстрактно сильной, но она сильна поддерживать людей вокруг, она сильна влиять на жизнь людей, она сильна поддержкой и опорой в тот момент, когда люди проходят какой-то сложный период в своей жизни. Поэтому спасибо вам большое. И давайте сейчас посмотрим одну историю того, как Бог действует в жизни простых людей. Привет, церковь! Меня зовут Оксана. И как здорово, что у нас есть возможность слышать и говорить о том, что Бог совершает в жизни наших людей, наших братьев и сестер, поэтому сейчас со мной на связи Лера, и она просто расскажет, что Бог делал в ее жизни в последнее время. Лера, привет! Ты на нашей коннект-группе в последние несколько месяцев очень много свидетельствовала о том, что Бог делал в сфере твоей работы вообще и в твоей жизни, поэтому я думаю, будет здорово, если ты поделишься этим с нами. У меня было очень классное свидетельство.
мне сейчас история о том, как вообще что со мной происходило. Я переехала в Москву совсем недавно, то есть, хотя нет, я уже давно в Москве, получается. Почти год. Переехала я в сентябре. Я сначала устроилась на работу, которая не очень мне нравилась, молилась о работе, о которой... Прям, знаете, вот я хотела работать с идеальным графиком для меня, чтобы я могла как бы гулять, встречаться с друзьями. Получается, в феврале месяце я устроилась на новую работу, вот эту, о которой я говорю. Я, получается, работала где-то полтора месяца, работала в этой компании, я очень хотела не работать. И так получается, что случается карантин, нас просят самоизолироваться, и как бы на самом деле мне намекнули о том, что как бы не жди хорошую заработную плату, и вообще, в принципе, ее не жди. Вот, во время карантина. И я такая, ну хорошо, ладно, я беру билеты домой в Казань, я из Казани, и с Верой оставляю здесь комнату в Москве со своими вещами, как будто бы, знаете, я должна скоро приехать сюда, возвращаюсь в Казань. И тем самым мне, получается, нужно искать в Казани работу для того, чтобы оплачивать эту комнату. Заработной платы, точнее, у меня нету, ее не сохранили. Мне приходит в один вечер смс от моего работодателя, о том, что мне приходит зарплата, полная зарплата за весь месяц. Бог чудным образом это все сделал, и я просто вот это мое свидетельство, на самом деле, это очень круто. На самом деле, то, когда ты делилась на КН-группе, это очень вдохновляло меня и всех наших ребят. И, насколько я знаю, даже после твоего возвращения у тебя было повышение, если не ошибаюсь. Да, Бог просто продолжает работать до сих пор. На самом деле, даже скажу, где-то недельку или где-то 10 дней назад меня повысили на работе. Вот, я очень этому рада. Знаете, я в тот момент, когда я устроилась на эту работу, вообще я не нуждалась в деньгах. И это такое для меня свидетельство о том, что вот через сердца даже неверующих людей Бог так действует, и Он располагает, и я это вижу, что мне столько внимания именно от работодателя, когда, в принципе, обычно с работодателем как бы не особо там контактирует. У тебя сейчас есть буквально полминуты, чтобы что-то сказать вот всей церкви и всем, кто смотрит, какое-то небольшое ободрение. Церковь, я бы хотела вас попросить, точнее, ободрить, молиться. На самом деле молиться. И Богу очень сильно нужна наша молитва. Он знает, по сути, Он знает все наши проблемы, Он знает все наши нужды, но Он нас призывает молиться, так как Он смотрит в этот момент на наше сердце, какое оно, да? То есть какое оно? Оно в смирении, оно находится в прошении, в мольбе Богу, и Он это видит. И в этот момент, в этот карантин, я на самом деле углубилась именно в молитву. Я верю, что Он отвечает на молитвы. Может быть, не всегда в то время, когда нам надо, но Он делает это вовремя для Него. У Него всегда как бы вовремя, у Него всегда правильно. Да, аминь. Так что ободряю вас, церковь. Круто. Лера, спасибо. Увидимся. Пока-пока. Пока. Спасибо, что вы были на собрании с нами сегодня. И я бы хотела помолиться о нашей неделе. Господь, спасибо тебе за то, что ты благословляешь нас словом. И я верю, что оно может изменить наши жизни на следующей неделе. Господь, я прошу, благослови наши работы, наши взаимоотношения с семьями, наши планы, Господь, направляй нас туда, куда ты хочешь. Благослови тех, кто сейчас, возможно, в отпуске, пусть они классно отдохнут. Во имя Иисуса Христа мы молились. Аминь. Аминь. Увидимся в следующее воскресенье.